В Иркутской области 42 тысячи безработных. Это свежие данные Иркутскстата. Кстати, эта цифра попадет в специальное исследование, которое проведет ведомство. В регионе началась своеобразная перепись, которая соберет данные о наличии вакансий и количестве трудоустроенных, самозанятых и тех, кто в поиске работы. В феврале в Иркутской области определили 20 участков, на которых опросят жителей. В список попали три района областного центра: Саянск, Бодайбо, поселки Качук, Забитуй и еще несколько населенных пунктов. Сами участки выбираются случайными, а анкетирование носит анонимный характер. Исследование проводится во вторую неделю каждого месяца, опрашивают людей в возрасте от 15 лет и старше. У прибайкальцев интересуются об их уровне образования, наличии работы или способах ее поиска. Кроме того, специалисты зададут вопросы о социальном обеспечении, волонтерской деятельности и других аспектах жизни. В 2023 году было опрошено более 15 тысяч жителей. Результаты обследования помогут оценить ситуацию на рынке труда по нашему региону, да, посчитать, сколько у нас занятых, сколько безработных, каков уровень безработицы, каков уровень занятости.